перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска, окей. Ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин, бау. Может, он еще, конечно, соберет. Хотя, говорю, я не знаю, я, мне кажется, даже бесплатно бы, может, не понял. Не, ну хотя на Кузьмина можно сходить. Не, я бы не пошел. Ну, я бы на Дипепл бы сходил. Когда главное будет мешать вам заняться своим делом, покажите мне. Ну и что там, есть люди? Привет, Ксюха. Привет, Лерка. Скажи, что только вас вспоминали. Валейкум ассалам. Салют, Виталя. Отжал у Мафа мобилу. Пока он пьяный. Так, как это блочить? Не, блочить нет никого. Просто, ну, можно послать на три буквы. Или что говори, я скажу любому человеку. На студию едем, все. Это из-за автобуса, что ли, надо представить? Челяба, салют. Мафон пьяный пока спит, я телефон у него отжал. Это просто какая-то экскурсия, нет? Я вот не могу понять. Они что-то высаживаются толпой прям. Ребят, Сане плохо, он перебрал. Салют, салют. Или этот, как он, как мой брат в детстве говорил. Кто-то звонил мне, он домашний, он говорил. Нет, Ксюх, пока он... без нового приспособления, он там что-то... Он описывался и моется в ванной. Форматирует там и так далее. Ну еще, я так понял, там не установлено ничего на него. Альбом. А, в мае, надеюсь, успеть. Да, видишь, он высаживал просто. Орел, привет. 23.00. На студию топим, на студию. Нет, Андрюха вышел с моего телефона в прямой эфир в Инстаграме. У него просто телефон плохо. Прямо он сел. Функционирует вообще в целом. Решил пообщаться с людьми. Давай, Ксюх, пока. Привет, привет, привет всем. Мафону пламенный из Коврова. Да, спасибо, Ковров, недавно у вас были. Как очнется, я передам ему. Проспится. А, это же в Коврове там сейчас случай-то был с опозданием. У кого, Ксюх, у тебя или у меня? Мы уже живем в эпоху роботов. Ни дня не проходит без следных отчетов о прорывах в робототехнике. И вот наш препарат последних роботов на борьбе. А, у Санька, да. Всегда. У Санька всегда. Что у Санька всегда? Один глаз, другой. Химки, привет. Как там она тогда говорила на боку? Не,
Нет, Ксюх, дело не в ракурсе. Мафон выживает. Выживает как может. Каждый день выживает как может. А так хорошо ехали. Новенькая, конечно, в мае должен быть. 6177. Отправили запрос на участие в вашем прямом эфире. Кто? Не знаю. +2 В Таллине? Нет, не буду я. В ближайшее время, по крайней мере. Мы будем в мае в Таллине, в Риге. Сейчас там пацанам делают визы. У меня есть, потому что... На студию катимся, на студию. Вот у нас такой водитель. Сашка проснулся. От сушняка. Ой, я тоже потолстел. Это, походу, Маф телефон такой, что все толстеют на нем. Ты еще ниже опусти его просто. А вот так, смотрите. По ракурсу, конечно, все будут еще толще, чем есть. С кем ты хочешь поговорить один на один? Чернов 737. О, это походу тот человек, которому я написал ВКонтакте какие-то плохие слова. Вот так узнал меня? Тебя вообще не узнать, Андрюх. Ты каждый день новый, как будто заново рождаешься. Ой, ой-ой, вот оно. А-а-а. Такси еще. Да. Вот как ездить? Ну что ты хочешь сказать, да? Поговорим. Говори. А чувак едет тоже с телефона болтает. Мафом норма, ты потолстел. Без базара. Красноярск, салют. Мафон хавает за троих, да? Он пьет за четверых. А я тебе не говорил, да, как типа под фоткой, типа, где мы все сидим из какого-то города. Кто-то пишет, типа, что Ригаса совсем не кормят, типа, на гастролях. Кто-то другой пишет, типа, Мафон за всех все съедает. Карели на связи, салют. А мы типа не туда поехали, что ли? Нет, он мне перестроил маршрут почему-то, пока мы поворачивали. Он иногда такое делает, что он должен назад вернуться. Мы что-то вчера, да, вчера мотались, сидели так вот с Андрюхой вдвоем, он за рулем, я здесь, у нас одинаковые типа навигаторы. Так. И просто дорога. Да, моя Оксана вправо ведет, его Оксана влево ведет. И там ему пишет там 9 минут, мне пишет 19 минут. Угу. В итоге его правильно оказался навигатор. Удивление. Сейчас посмотрим, как поведет себя дальше. Неплохая история. И чё? Это мне говорят? Или ты кому-то говоришь? Да нет. Тут история какая-то про то, что Лёха ни с кем-то не сфоткался. Я должен это прокомментировать или что? Конечно. Альбом в мае. Республика Коми. Салют солнцу. Салют соседи. Шалом. Ну не покупай, не слушай. Что я могу тебе сказать? Мы купим и послушаем за тебя. Человек просится в прямой эфир. Да ладно, Арсений, да, остались диски, передадим. О, Жендоузер отправил запрос. А как его позвать? Ну вот, нажми принять и все.
Не-не-не-не-не-не, вот. Только у него, наверное, там где сейчас, в автобусе, в метро. Жендозер, давай выходи. Герман. Вы посмотрите на этого красавчика. Салют. Ты где, Жень? Я еду. В метро. Мы рулим. Ну ты дерьмово выглядишь, как всегда. Ну, это традиция. Ладно, парни, ну, отрубаюсь. Есть, я думал, немножко будет по-другому. Для подписчиков мапы. Костян, салют, как тебе такие вообще движения? Да, ну может не надо было его приглашать. Он всегда всем все портит. О, Лерка, привет. Чё делаешь? И эфир твой смотрю. Короче, Жендозер обломал нам прямой эфир, поэтому мы больше не будем его приглашать в совместную трансляцию. Пусть популярность в интернете сам зарабатывает. Хотели помочь человеку подписчиков накрутить. Причем очень долго выбирал, как же себя самого назвать в Инстаграме. Как обычно, Лер. А это вы его подсказали? Оставь там что-нибудь. Ну, я его так дома иногда называл, но все равно неправильно написал. Посмотреть, заработай, нельзя на студию попасть. Сейчас будем сегодня со звукорежиссером встречаться на предмет записи людей на студии на коммерческой основе. Посмотрим пока. А ты кому говоришь? Ну, спрашивают про студию. Не, ну если есть какое-то огромное желание, есть огромный чемодан с бабками, можем и сами записать. А так, в принципе, студия функционирует только для внутренних нужд. Так, ребята, Сашка-то проспал самофон. Что-то уже вещает. Завещание. Привет всем. Да все, завязывай. Ты взял все, что нужно? Нет, у тебя что, нет флешки с собой? Я взял флешку. Там все есть. Солнце, салют. Что-то много у нас соседей солнца. Я не знаю вот про эту тему, про демки высылать куда-то на какой-то проект. Ничего не могу сказать. Достали сегодня меня с утра уже с этими демками. Вот у меня осталось еще пару лет, я буду такие песни, мне кажется, записывать. Ты петь сам будешь? Конечно. О, я бы это послушала. Тони, мы уже... А вдруг у меня действительно есть голос, мы уже где-то рядом совсем. А вдруг, да. Представляешь? Представляю очень даже. Просто, типа, я стеснялся привет, всегда, привет, и поэтому вас, никогда ой, не пробовал. Ой, прям что стесняешься, да? Костян, ну ты видел, как дядя Бибоп запорол нам эфир весь совместно своей трансляцией? Даже когда не трезво стесняешься, не, ну прям петь, нет, все равно. Питер, я, нет, я могу даже трезвый день дома попеть, если я один там походить, день там в душе опять же, или просто там день пока посуду мою. А на людях нет. То есть даже каких-нибудь караоке я себя стесняюсь. Ну я трезво оцениваю свои вокальные данные. И всем же приятно. Конечно, надо думать о людях. Не быть эгоистом. Лерка пишет, что заговорил. Я думал, будет по-другому, и отключился. Думал, мы сейчас скажем, о, как ты прекрасно выглядишь, какой ты свежий. Да не, мне кажется, он вообще не понимал, что это такое. Он же, ну, не силен вообще. Череповец, салют. На диске черкани, хорошо сделаем, Арсений. Напомни еще там, может. Перед, ну ты понял. Погодка так себе. Нормальная погода. Для Москвы отлично. Солнечно, но прохладно. Для какое сегодня число? Для 11 апреля нормально, вполне себе погода. Мы
погодки, кстати, с ним. Раньше такая тема была, вот это помахать каждому. Где черкаш получить, ну ты знаешь сам. Мурманск. Будем Пермь. У вас в Мурманске. 30 апреля. Всем большой привет. Борцы тоже скоро. Когда в Пермь, Маф? Пермь была не очень давно, поэтому Перми не будет. Перми гусли были недавно. А, так Арсений, а что ты говоришь Пермь, если не будет Перми в ближайшее время? Гродно, салют. Так он хочет, чтобы ты на почту зашел и отправил ему диск. Наверное. А, через почту? Ну, я нет. Или в ЕКБ приезжай. Нет, в Тонны мы не пойдем сегодня. Питер когда? Когда Питер? 29 апреля, космонавт. 29-го. А, Арсений про ЕКБ говорит. А, ну в ЕКБ приезжай, я тебе... Да, в ЕКБ будем, сделаем. ЕКБ будет 27-го в Доме печати. Якутск, салют. Сольно, нет, не катает. А кто-нибудь в покер катает? Читай город. Ну, последние разы все в космонавте вроде бы. Да, да, в космонавте, Отличный клуб. Да. Отличный город. Отличная публика. И вообще все отлично. Марк, позитивно. Марк катает, да, закатывает. В Таллине голимый зал вам дали. Или взад. Какой этот? Рок. Рок-кафе или как-то так? Последний раз там нормально было, если это оно. Не помню, какой это был год. Наверное, 16. А может и 17. Просто ничего не вижу. Буквально каждую песню на этом радио знаешь. Я? Да. Я радио только что слышу. Что это, Hit FM? Да, но я обычно слушаю. Я на английском разговариваю? Да. Подтягиваешь язык? Пытаюсь. Вот, альбом в мае хочу год. Успеть очень сильно. А, мне же, кстати, говорила девочка с района. Уже, в принципе, приезжала. Альбом почти на мастере. Он жду стрит, пару... Пару куплетов еще от гостей. А, значит, Либра, да. От гостей. Да, вот пиши, я наконец на хрена сделаю. Да не, мы не катаем покер, это так. Я вот очень это, наоборот, жалею, что ну, нету практики никакой, поэтому забывается язык очень. В любом случае, да, нужно поддерживать, это от каждого зависит. У меня всегда было, знаешь, с английским хорошо, и в школе, и в универе, да. А потом куда-нибудь приезжаешь и понимаешь, что не может двух слов связать. Понимаешь, что ты это знаешь, а вот начинаешь рот открывать и... Вот, у меня больше эмоций, у меня все путается в голове. Какая-то боязнь сцены начинает. Да. Ну, это называется языковой барьер. Поэтому, да, нужно искать контакт и общаться. Ну, в принципе, мы уже приехали. Ну, почти. Нам только вода с моста сейчас. Сняться хотят. Валим геолокацию. Кстати, Эд Ширан, неужели вы не знаете? А он, кстати, с кем-то это, с кем? Это тоже, кстати, опять же, я имя знаю. А, он с Эминемом уже, да, записался? А, может быть. Я знаю просто название артиста. Он с кем только не записался. На самом деле он из очень хорошей семьи. Не какой-то простой чувак с улицы. Поэтому, естественно, у него хороший знак. Мама, бывает резвым когда-нибудь? Никогда. Здравствуйте, здравствуйте. Мы почти приехали на самом деле на студию. До этого я вижу, сижу пальцем.
конечно, такой тоже район поставил свою, не хотел бы я здесь жить. Ну, я бы тоже. Это, кстати, моя подруга здесь. Ну, не здесь, а вот в этой стороне, где церковь. Ага. Вот там как-то еще более цивилизация, а здесь что-то вообще какое-то прям. Да, мы где-то за час и доехали. Ладно, мы подъезжаем. Угу. Лера, какую шапку? Куда ты собираешься ее надеть, а не одеть? Маф, это белый шугнайт на минималках. Рэп-про, салют, пацаны. Ладно, всем хорошего дня. Поверните налево. Мы приехали делать вещи. Все. Что, здесь, да, где-то? Да, вот в кармашек. Пока всем.